Ребята, всем привет! Добро пожаловать на мой канал! И в сегодняшнем видео я хочу вам рассказать про очень классные новости. А именно, сегодня мы с вами пойдем и получим уже новые бесплатные волосы. А еще про одни я вам расскажу, когда мы с вами сможем их получить. И также еще одну вещь вдобавок. Ну что ж, а перед началом, ребята, этого видео обязательно подпишитесь на канал и поставьте лайк. Мне будет очень приятно. Ну а я начинаю свой рассказ после небольшой рекламки. Торпец вернулись! Теперь вы снова можете покупать, продавать и обменивать своих петов на лучшем маркетплейсе по Роблоксу. На сайте присутствует множество методов оплаты и вывода для жителей всех стран. Но также не забываем, что на Старпец вы можете покупать робоксы по очень выгодному курсу. 1 рубль равно 1,5 робокса. Скорее переходи на Старпец по моей ссылке в закрепленном комментарии. Ну что ж, ребятки, а теперь давайте пойдем получать нашу первую вещь. А именно, это будут блонди Барби волосы. Но сразу хочу предупредить, я уже ранее говорила о том, что эта игра, которая сейчас у вас на экранах, она, к сожалению, стоит 50 робаксов. Поэтому, если у вас нет робаксов, то скорее спешите в мой телеграм-канал. Так как на 900 тысяч подписчиков, а они уже совсем скоро, я хочу провести мега-конкурс, в котором буду разыгрывать огромное количество робаксов, которые еще никогда такого количества не разыгрывала. Поэтому, если вы хотите принять участие, скорее бегите и подписывайтесь. Ну что ж, а теперь пойдемте получать эти волосы. А вот это у нас та самая игра. Она у меня уже открыта, так как я уже потратила на нее 50 робаксов и заходила в нее. У вас она, к сожалению, будет стоить не бесплатно. А я уже оказалась в этой игре. И вот, смотрите, для того, чтобы нам получить наши волосы, у меня как раз-таки это уже подошел какой, третий или четвертый день. Ивент, ребят, у нас заканчивается через 3 дня, поэтому успевайте. Смотрите, сейчас наша с вами задача — это собрать на этой карте 5 бантиков, я хотела сказать. Для этого, смотрите, нам нужно с вами построить вот этот дом. Он у меня уже, ребят, немного отстроен, поэтому мне тут будет легче. А если вы зашли в эту игру в первый раз, то вам нужно будет немножечко поработать, а именно пособирать монетки и далее строить, как обычно, тайкун свой дом. А я, ребят, иду за этими бантиками, просто их собираем. И вот я уже собрала 2 из 5, осталось еще собрать 3 бантика. Они, кстати, разбросаны по всей карте, поэтому лучше отстроить как можно больше помещения. Ну что ж, ребятки, вот так вот все очень просто. Всего лишь до 50 робаксов мы с вами сможем получить 5 вещей. И вот, наконец-таки, мои волосы стали мне доступны. Я нажимаю на кнопочку Calm, и появляется бейджик. Ура-ура. Идемте, я вам покажу их поближе. И вот так вот. Просто потрясающе эти волосы смотрятся на мне. Я прям такая крутышка, блондиночка. Мне очень нравится, как это выглядит. Ребята, всем советую получить эти волосы. И еще раз повторюсь, это очень выгодно — получить за 50 робаксов 5 вещей. Ну что ж, а теперь, ребята, давайте перейду к следующей информации. А именно, в скором времени нас с вами ожидает концерт Baby Rex. Сейчас пойдемте, я вам покажу эту игру и расскажу, какие с вами вещи, какие волосы мы сможем получить. И вот, ребят, смотрите, это вот та самая игра, называется она Harmony Hills. И здесь, ребята, если мы с вами посмотрим, мы уже получали тут бесплатные вещи, а именно вот эти вот 3 бесплатные. Сейчас, к сожалению, они уже недоступны, вот так как ивент прошел. Но, смотрите, 28 июля в 10 PM, получается, в 10 вечера, да, только непонятно по какому времени, состоится концерт Baby Rex. Мы с вами тут вот можем нажать, чтобы нас уведомить, и давайте сейчас зайдем в эту игру. Вот, ребят, смотрите, когда я даже уже захожу в игру, мы нажимаем на кнопочку play, и сверху мы видим вот это табло, на котором показано то, что у нас остался 1 день и 15 часов. Ну, если вы зайдете в эту игру, у вас уже будет, конечно же, другое время. Вот, это, я так понимаю, у нас будут такие задания. Мы должны будем с вами собирать, я так понимаю, билетики, вот, для того, чтобы выиграть вещи. Ну что ж, ребят, в игру мы зашли, я вам примерно все показала, там ничего нового. Но смотрите, как вы, наверное, думаете, откуда ты взяла информацию про вот эти волосы?
бонусы и про дополнительные вещи. Так вот, смотрите, если вот мы сюда с вами нажмем, то увидим вот такой вот видосик, да. И тут, ребят, смотрите, нам показывают то, что в скором времени нас ожидает концерт, в котором мы с вами сможем выполнять различные задания. Здесь вот она поет, и, скорее всего, нам нужно будет что-то с ней делать, или же, ну, пока еще неизвестно. Вот, возможно, мы будем тут также кататься на роликах и собирать какие-то определенные вещи. И сейчас к концу этого ролика я вам покажу очень интересную информацию. Скорее всего, смотрите, ребята, нас с вами, возможно, ожидают также вот эти вот дополнительные вещи. Их будет 3. И смотрите, вот здесь вот, ребята, если нажать поподробнее, мы с вами увидим вот эти волосы и вот эту собачку. И рядом с ними написано Free Concert Rewards. Это означает то, что они будут бесплатными. Представляете, вот эти волосы и вот эта собачка. Я очень надеюсь, что это будет так. И вот, ребят, смотрите, в поиске я вбила название разработчика, который делает, так скажем, вещи для этой игры. И вот здесь, ребята, мы с вами можем увидеть вот эти те самые блонди волосы. Сейчас я пробую их на себя примерить и покажу вам. И вот так вот они очень прикольно смотрятся на мне. Я просто молюсь, что они будут именно бесплатными в новом ивенте. Кстати, он обещает быть уже на этих выходных, поэтому все дружно ждем выходных. И как только, ребята, какая-то подробная информация выйдет, что нам нужно будет с вами делать, мы с вами зайдем в этот ивент, и я вам покажу туториал. И давайте сейчас я вам еще заодно покажу другие вещи, которые нас ожидают, ну, если смотреть, судя по обложке на аватарке игры. Вот, ребят, еще нас с вами ожидает вот такая вот собачка. Называется она BRX Shoulder Pet. Это я не знаю, кто это. Либо это мишка, либо это собака. Но тоже, в принципе, неплохо так смотрится. И вот так вот, ребят, еще раз покажу, как эти две вещи выглядят на мне. Ну, если честно, собачка прям очень сильно сливается с волосами. Но в целом, ребята, очень надеюсь, что действительно эти две вещи будут тоже в ивенте совсем скоро бесплатными. Но тут остается только посмотреть, что будет на этих выходных. Ну что ж, ребятки, если вам понравилось данное видео, обязательно поставьте лайк. Ну а на этом наше видео подошло к концу. Всем большое спасибо за просмотр. До новых встреч! Thank you.